Привет, ребятки! Привет! Привет! Вы опять попали на канал Даниэль Бой Влог. И сегодня мы для вас будем снимать новый влог, очень интересный. Привет, ребятки! Привет! Вы что, новый влог снимаете? Да. А что за новый влог? Ну ты что, не знаешь, у нас два канала, Даниэль Бой Влог. О, круто! Ребята, спасибо, что вы спрашивали за меня, спасибо, что вы говорили, какая я красивая, мне очень приятно. Я хотела вас спросить, как вы проводите свои летние каникулы, что вы, чем вы занимаетесь, что вас интересует, а еще как ваши дела? Ребятки, мне тоже очень-очень приятно, когда вы пишете очень хорошие про меня комментарии и позитивные. А также, помните, я вас в прошлом влоге задавала вопросик, сколько здесь нарисовано солнышек? Были очень много разных ответов. Было и 9, и 8, и 7, и 4, и 5, и 3. А правильный ответ? Лер, знаешь сколько? Не скажу. Не скажешь, да? Ну ладно, я так уже признаюсь. Барабанная дробь. Было 3 солнышка. Ребятки, а также у меня есть еще такой маленький каверзный вопросик. Помните, когда мы снимались на море, у Леры был такой розовенький купальник с надписью тут. А у меня был какой-то там купальник, не помню какой. Подскажите мне, пожалуйста, что мне там было нарисовано? И также пишите в комментариях. Привет! Привет! Тебя так долго не было, мы за тобой так заскучились. А еще мы ездили на море, а тебя не было. Ну да, я же ездила на песенный конкурс. Ого, круто! И какое же ты место заняла? Только не говори, что первое. Ну, третье. Но ведь тоже неплохо, правда? И какую же ты песенку пела? Ну, мне надо... Ну, музыка мне нужна. А ты хоть название песни скажи. Ну, да не. Да никуда она не ездила, дома за компьютером играла. Скорее всего. Вообще, это неправда. Ребятки, я вас обрадую. Видите, Лиза нашлась, и она с нами едет в лагерь на море. Ох, любовь, подружки, да? Самые лучшие подружки. Ой, да. Ребятки, а теперь я хочу, вы писали в комментариях, чтобы я провела среди них конкурс на то, кто дольше простоит на одной ноге. И сейчас мы это сделаем. Давайте. Ребята, стройтесь. Я уже знаю, кто выиграет. Да, ты знаешь, кто выиграет, потому что это буду я. Что? Это буду я, хватит спорить уже. Вообще-то это буду я. Так, все, раз. Давайте. Раз, два, три. Так. Выше ножку, Лиза, выше. Я выше, у меня нога выше, чем у тебя. Да, конечно, вот, видишь, у меня выше. Что ты тут рассказываешь? Дарина, может быть, потому что мы в платье, а ты в шортах? Вообще-то. Ой, какая разница? Ребятки, а пока мы тут стоим на одной ноге, пишите в комментариях, какой ваш любимый цвет. Я, например, все люблю цвета. Я люблю и пастельные, и яркие, прям ядовитые такие, у меня все любимые. Даниэль уже проиграл. О, Даниэль, ты проиграл уже. А мы еще стоим. Выше ножку, что ты там платье? Лиза, ты махлюешь, поднимай ногу выше. Да, поднимай. Ребята, а также ответьте на вопрос, что вам лучше нравится? Шорты с футболкой или же платье? Ой. Я тоже хотела платьюшко одеть, но одела шорты с футболкой. Кто-то ж... А, Лера, я тебя не толкала. Дарина победила. Ребята, ну не ссорьтесь, ничего страшного. Меня Дарина тоже толкала. Да что ж я всех толкала? Вообще нечестно, вообще. Ребяточки, смотрите, вы еще спрашивали, задавали такой вопрос, у кого какой размер ноги. У меня 39. А у меня барабанная дробь. Почти 37 размер. А у меня? Ну давай ты. А у меня 36-37. Ого. А у меня 36 размер. А у Даниэльки 35. Ой, 35. Ребяточки, нам очень приятно, что вы нас смотрите. Пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть в наших влогах. Какие вопросики вас интересуют, мы будем отвечать на них. И, пожалуйста, побольше-побольше просматривай, побольше-побольше подписывайтесь. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. А еще не забывайте про наш Инстаграм. Ну и поделиться с друзьями видео. Конечно же. Без этого? И смотреть наш основной канал. Да, обязательно. До следующих встреч. Пока. 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 Пока-пока. Пока.